Добрый день еще раз. Я тут начала снимать. Нечаянно выключила камеру. В общем, я добавила ваниш и добавила лимонной кислоты немного. Это делать не обязательно, по желанию. Но я думаю, это будет неплохой вариант от всяких там букашек, муравьев и так далее. Если у кого-то они есть. И от плесени, вероятно, поможет, я так предполагаю. Мне, конечно же, не терпится. Я ночь не буду ждать. А начну сейчас прям вымешивать свою массу, добавлять шпаклевку. Ладно, что в итоге получится, какая масса, я покажу попозже. Так, ну вот, масса готова. Вот такая вот она получилась. Сейчас попробую ее сразу применить. А результат я уже посмотрю завтра, что получится из этого. Ну да, она, конечно, скользит. Если бы это был клей ПВА, может быть, она так не скользила. Но если бы я не добавляла еще туда всякие ваниши там и так далее. Но это, конечно, не помешает ей приклеиться. Просто она носить будет сложнее, я думаю. И, наверное, возможно, лучше все-таки под обои это сделать. А вот здесь вот как будет. Вот это вот более скользкие обои. На этих лучше будет. Ну, на этих, конечно, лучше гораздо. Ну, все. Обратного пути нет. Кстати, оно уже красиво. Вот можно так вот блески туда добавить и вот так вот и оставить прям. И все. Серьезно. Ну, я шучу, конечно. Ну, а почему бы и нет? Почему бы нет? Ну, прикольно же. Вот представьте, что это вся стена вот такая. Ну-ка. Я думаю, тут вот на... Там, где Умка драл стену, тут вот лучше будет скрепиться. В общем, я вот немного нанесу. И посмотрю, что завтра будет, как оно будет завести. Тут у меня задачка в том, загвоздка небольшая, в том, вот это вот не до конца разошлось, я вижу. А, вот они не хотят клеиться, вот эти крупные, крупный картон. Так вот, задачка в том, что я еще не уверена, что там еще, кроме финишной шпаклевки, клевки я накидала в эту банку, потому что ремонт был, ну, довольно-таки давно. В общем, я не помню. Что-то я все сыпала вместе, но финишная шпаклевка там точно есть. Так, ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Завтра посмотрю, покажу. Ну, я еще нанесу, потому что я думаю, что нормально будет все. Ну и покажу завтра. Все, всем пока. Вот столько у меня получилось. Вот это вот 10-литровое ведро вроде. Такая масса. Можно еще бумаги добавить. Оно все равно будет держаться на поверхности. Можно клей еще ПВА добавить, потому что он очень крепкий. Люблю клей ПВА. Ну вот. Ну ладно, все. До завтра.